Уважаемые делегаты и гости Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, дорогие соратники по борьбе за мир, товарищи и друзья, разрешите мне прежде всего от имени советского правительства и народа нашей страны приветствовать вас и поблагодарить за то, что вы избрали Москву местом созыва этого самого представительного в истории Конгресса посланников миролюбивых сил. Вместе с вами в этом зале мысленно находится весь советский народ, так как цели Конгресса полностью соответствуют его сокровенным чаяниям. Созыв Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир – одно из наиболее выдающихся событий нашего времени. Посланцы почти всех народов, населяющих нашу планету, люди разных рас и наций, классов и социальных групп, партий и политических убеждений, сторонники разных религий и атеисты, оставив в стороне все то, что их разъединяет, собрались вместе, чтобы обсудить самый неотложный вопрос современности – как преградить путь войне.